Сегодня у нас 17 сентября. Вчера была большая высадка, но мы поставили ниву с Аделькой, поэтому не охотились. Сегодня ниву все равно я не забрал, но выехал на поле, людей валом. Посмотрим, что сейчас будет. Походим. Уже выстрелы были. Да. Я стою возмущен моим поведением. Ну вот. Посмотрим, что будет. Ну нет, погуляем, походим. Нам какая разница. Ну вон народ уже палит. Раз народ палит, значит что-то есть. Но высыпка вчера была конкретная, потому что канонада стояла такая, что мама моя родная. Вперед, работай. В этом видео я буду часто использовать повторы, замедления, чтобы, ну, охота на перепела очень быстрая, все происходит моментально. Поэтому я считаю, что есть необходимость в замедлении. Молодец, молодец. Вот молодец, вот умничка. Хорошо ты его сработал. Давай, давай. Неси. Великолепно. Давай, хорошо. Дай. Ой, летный кабан. Молодец. Причуяла, а он поднялся. А, давай, работай. Поищи еще. Поработай, поработай, поищи хорошее место. Перепел поднялся прямо из-под ног. Я неправильно выдержал расстояние, выстрелил, не попал. Пошел по перемещенному. Стоять. Стоять. Подойди сюда. Иди рядом. Не скачи, как коза. Пойдем по перемещенному. Адель, тише, я смотрю на точку, на одну. Ты меня собьешь сейчас и все. Адель. Вот теперь ищем. Давай, работай. Иди работай, работай. Здесь, ищи. Вот здесь, вот здесь, вот здесь поищи, вот здесь поищи. Где-то здесь поищи, где? Вот здесь, здесь. Поищи здесь, здесь поищи. Здесь поищи. Здесь. На поле было много охотников, свистели свистки, учили молодых собак. Ну, мою собаку это тоже частенько отвлекало. Ну, это высыпка, людей на ней всегда много. Неси. Давай, 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 давай. Дай. Красавец. Эй, красавец. Хороший. Молодец, хорошо, молодец. Стоять! Стою! Давай, работай. Здесь ищи где-то, где-то, здесь ищи, иди сюда, не прыгай, как коза. Вот здесь ищи. Вот ты мимо него пробежала. Ищи, 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 ищи. Ищи.
Я всегда стараюсь не мешать собаке, даже если я вижу, где лежит дичь. Ну, я не мешаю ей ее искать. Пусть сама работает. Он здесь упал, да? И переместился сюда. А ты его не можешь теперь нюхать. Ищи. Дай. Дай. Вот эти ваши жмы. Ну да. Вот он, летный красавчик. Стоять, 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 стоять! Я вижу его, вижу, 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 вижу. Адель! Ну, смысл есть идти нам с тобой туда, объясни мне. Далековато. Ну, давай. Давай попробуем. Иди рядом. Твою дивизию патрон не выстрелил. Первый. Великолепно летел. А вот вам твою дивизию капсуля магазины. Уже третий капсуль. Бакина отличные. Бьют, будь здоров. Думаю, видно будет на камеру все. Давай только попробуем. Я точно не видел, как он сел. Ну, за неимением перепелов. Давай попробуем по перемещенному. Хотя он на таком расстоянии, пока мы дойдем, он так дрыстанет. Давай. Все, молодец. Я себе глаза помою. Уехали с Аделькой в другое место. Отсюда выстрелы слышали. Сейчас походим, посмотрим. Хочу по траве походить, не по полю. Может, перепел от выстрела в траву перелетел. Посмотрим, может, повезет. Уже солнышко поднялось, уже 20 градусов. Ага, вон ходят трое по полю. Ну, если услышим, что на поле стреляют, перейдем к ним. Я на это и рассчитывал. Адель! Адель! Иди сюда. Ну да. Дай. Неси. Давай. Дай. Дай. Красавчик какой. Иди сюда. Они с краю будут сидеть. Они шуганые все. А ты... Неси. Ветер со стороны посадки, посадка густая, оказывается, прикрывает полностью все. Соответственно, ветра нету, просто стоит, балуется. Ну так вот нельзя, хозяин выпустил собаку, собака сама бегает по полю, что-то там типа работает. Совершенно неправильно. Перепел настолько шуганный, что стойку собаки он не выдерживает. Все. Он уже перелетал раз 200. И он, собака стоит над ним, он не выдерживает. И летит. Столько людей.
На тебя лети, смотри! Ха. Молодец, папа Мазила. Давай, работай. Работай. Хорошо, молодец, хорошо сработал. Вылетело два перепела. Ну, второго можно вот увидеть на замедленной съемке при повторе. Так я его сам только заметил при повторе. А их два было в одном месте. Ты куда побежала? Чучундра. Давай. Вот то попал, тебе повезло. Он красавчик. Господи, какой же он крупный. А ну, поработай здесь еще. Давай. Иди сюда, давай поработаем. Хорошо. Неси. Дай. Вот она. Господи, какой же он жирный, а. Молодец. Работай. Ты что, так он что там подняла? Подняла там, что ты там стала? Перепел был шуганный, при любом шуме поднимался, вот я свистнул, он поднялся. Собаке было тяжеловато работать, она челночит, бежит, он от шума ее ног поднимает. Иди сюда. Иди сюда. Спокойно. Сюда иди. Вот молодец, молодец. Давай. Дай, дай. Блин, близко. Все здесь, да, поищи хорошо. Вот хорошее место, лень, какой склон. Есть шуганы, есть сидит до конца. Иди рядом. Идем по перемещенному. Стоять, 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 стой, иди рядом, убери силы, далеко он нафиг он переместился, зараза. Адель, 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 Адель. А ты стой! Стой! Вот здесь работай! Вот здесь! Вот, вот здесь! Здесь, здесь! Адель! Сработали мы его. Вот он, красавчик. Хе. Нас так просто не возьмешь, скажи, да? Сработали по перемещенному мы. Хорошо. Стой, 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 стой. Стоять. Жить. Стоять! Дальше видео убрал. Адель очередной раз погнала птицу. Ну, сплошной мат, поэтому видео нет. Получила хорошую трендюлю, после этого только начала нормально работать. Сядь. Сядь.
Господи, где он? Ебаха-маха, дай сюда. Вот это красота, дай, дай. Да целый вообще. Бля. Вообще целый. А, нет. Вот, в попу подраненный. Ладно, это вот за тот раз я тебя прощаю. Что ты упустила? Молодец. Сэкономила патрон. Прощаю. Попробуй мне еще раз погони. Заразюка такая. Опа. Вильона. Пиво воды. Отлично. Вот видишь, ты не бежишь. Я нормально вторым попадаю. Неси. Прекращай его, это самое, перекатывать. Дай. Получила трендюль и перестала бежать, да? Красавчик. Какой хороший перепел. Стоять, стоять! Стоять! Он вообще поднялся, хер знает откуда. Хорошо походили. Крайний перепел. В этот день был довод прямо возле машины. Взлетел, ну, из-под ног реально. Чуть не наступил на него. Напоследок возле машины, как обычно. Не знаю, что там от него осталось. Иди сюда, козявка. О, вот он. Иди сюда, сюда, иди. Глянь, как он заныкался. Адель. Иди ко мне. Адель, здесь ищи. Адель, иди ко мне. Ветра нет, бедная собака. Два патрона осталось. Ой, кто это? Кто-то? Это оно. Давай, только подумал про себя. Фу, вот кабан, а. Просто кабан. Жуткий какой-то. На, ну да, показываю. Только подумал, что напоследок надо возле машины кого-то взять. Ну что, время без 29. Начали мы в 6. Не знаю, сейчас посчитаю. Попали мы на летного перепела. Но высыпка была вчера. Вчера здесь стояла канонада. Я на высыпке не люблю ездить. Людей много, собак много, машин много. Кругом все стреляют. В итоге получается вот такая вот беда. Это вот моя машина стояла на дороге. Это то, что краска облупилась. Вон такая же ерунда на бампере. Одна, вторая. Так что... И... А, ну вот. Вот тоже это все от дроби, от мелкой. Ну, и одну штучку я как-то на высыпке выковырял с себя, с руки. То есть, несмотря на то, что у меня оранжевая кепка, товарищи стреляют по всем, что шевелится, с круглыми шарами. Приходят с яхтерьерами, с лайками. Короче, вот приехал я на следующий день спокойненько. Походил по одному полю, походил по другому. Коник кричит. Сейчас увидим результат. Посчитаем. Не знаю, не считал. Перепел шикарный. Перепел очень крупный. Вообще великолепный, скажем так. Перепел крупный. То есть, как бы, жирный, летный. Не наш, местный. Худорба это. Последний уже был отъеденный, но все равно не то. Перепел очень хорош. Сейчас расстелю пакетик и будем считать. Вот так прошел наш очередной с Аделькой охотничий день. Я не пожалел, что не приехал на саму высыпку, потому что пацаны рассказывали, ну, был кошмар.
Было машин штук 30, человек штук 50, ходили с собаками, без собак, с лайками, с бультерьерами, со всеми подряд. Я так не люблю охотиться, поэтому спокойно, без нервов добыли 12 штук, спокойненько. Поехали домой, переоделись и поехали на работу. 12 перепелов, до нормы 3 штучки, но нам хватит с головой. Вот они какие красавцы. Короче, мы с Аделькой довольны, как поросята, без 29. Быстренько домой, переодеваемся к 10 на работу. Ну, вот такая сегодня получилась охота, да, Адель?